Айелло, порт игрокам, с вами Рифма Рифмабес, и сегодня мы смотрим клипец Джонни Боя, той самой легенды Версус Батла, давший бой Оксимирону после залетавшей на семнашку, бившийся с Джилом, диссивший Егора Крида, поднявшийся на криптовалюте, запустивший свои курсы по рэпу. Чё только не сделал Денис Вакуленко за эту свою жизнь. Вакуленко же, да, правильно. Вот, но вот еще трек «Барабан» выпустил. Поэтому сейчас мы посмотрим клипец и ознакомимся с работой Джонни Боя и посмотрим, как дела, правильно ли, что он выбрал рэп, а не кофейню. Так, сразу у нас квадрика. Малышки, смотри, сколько малышек. Малышек очень много. Так, все, я не буду, короче, тормозить часто, останавливать, да, вот. Посмотрю и в конце скажу мнение. Так, перчаточки, понял. Сиськи! Сиськи и бокс, все на месте. Крутится барабан, 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 барабан. Пули по головам, 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 головам. Крутится барабан, 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 барабан. Пули по головам, 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 головам. В машине сейчас плотный бас. Все сияет ярко, если она рядом, я зову ее попу ас. Она не обезьянка, она англичанка, я выжал сейчас полный газ. Tesla Model S, эй, здорово, Маск, если где замес, я готов сейчас, если брат беде, я готов стрелять. Каждый день мы на спорте, каждый третий на боксе, каждый гений в работе, сделал эйсы на корте. Я надел это поло, сделал деньги на гольфе, залетел к своим боссам, и все местные в шоке. Да, я не знал комфорт, сейчас я в трусах Том Форд, сейчас я в носках Том Форд. Свою напрягнал он борт, я не забывал, кто про, я не забывал врагов, я не забывал врагов, я не забывал врагов. Сейчас ты догнал, кто клоун, сейчас ты догнал, кто брок. Много нам-то не нужно, только банька и суши, всем своим по избушке, чтоб укрыться от тушки. Что ты знаешь за дружбу, что ты знаешь за трусость? И в кругу самых лучших мы не меримся пушкой. Но если пес хочет кушать, он не шкерится в будке. Крутится барабан, 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 барабан. Пули по головам, 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 головам. Крутится барабан, 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 барабан. Мы опять эйпим, эйпим, на руке эйпи, эйпи. Мы вообще не спим, не спим. Пока все леймы фейлят, мы не берем копейки. Трек на одном инхейле, я не в курсах за тейки. Первый на афро-трэпе, беру ее зад и шейкит, 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 шейкит. Если ты криминал, криминал, и мутишь нелегал, нелегал. Выбраться нереал, нереал, никуда не летал, не бывал никогда в тех местах, где желал. Ты не один, пацан, я хотел уйти, пацан. Не видел пути, коза, лось я позади отстал. Но ща посмотри, кем стал. Я куда не звали, куда не надо. Тупо нет страха, пул-ап всей бандой. Сменил нотфейс на пуховик Прада. Пули по нам, как пули по танку. Куда не звали, куда не надо. Тупо нет страха, пула всей бандой. Сменил Нордвейс на пуховик Прада. Пули по нам, как пули по танку. Крутится барабан, 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 барабан. Пули по головам, 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 головам. Крутится барабан, 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 барабан. Мы опять эйпим, эйпим, на руке эйпи, эйпи. Мы вообще не спим, не спим, пока все леймы фейлят. Мы не берем копейки, трек на одном инхейле. Я не в курсах за тейки, первый на афро-трэпе. Беру ее зад и шейкит, 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 шейкит. Ну как же хочется Джоннику флексить. Ну короче, афро-трэп, да, вот на стримах мне писали чуваки, много кто писал, типа, афро-трэп, это то, что выстрелит, то, что придет. Очень часто стали меняться тренды, да, недавно был дрилл, потом Jersey Club, но вот оно быстро приходит, быстро прогорает, и мне кажется, афро-трэп ждет такая же история. Ну, то есть это такая танцевальная музычка, что-то типа дэнс-холла, вот там Питбуль, помните, заряжал там в нулевых. Ну то есть под нее пиздато танцевать, пиздато двигаться, пиздато ставить танцевальные номера. Вот, но, не знаю, лично я, ну, я прогнозирую афро-трэпу, ну, как бы, недолгую жизнь. Что вы думаете по афро-трэпу? Ну, есть, конечно, вот прикольный такой какой-то мотив, да, вот под эту музыку хочется двигаться, но, не знаю. Что по поводу Джонни Боя? Во-первых, хотелось бы отметить, что, может быть, Джонни Бой сменил North Face на пуховик Прада, но вот что-то звучок он свой не сменил. Ну, то есть, это звучит, как будто бы это, ну, вот, self-made. Это звучит недостаточно дорого, вы согласны, нет? Это звучит недостаточно дорого, и
текстово, как будто это звучит избыточно. Ну, то есть, он там рассказывает какую-то свою историю. Хотя вот он и разбавляет это постоянными повторениями, да, чтобы добавить вот этого вайба. Барабан, барабан, барабан. Вот эти вот постоянно повторяющиеся слоги. Криминал, криминал, барабан, номинал. Ну, то есть, вот эти, да, вот эти тараторки. Пельмени лимонад, запотевали бокалы вина. Вот эту вот всю историю. Для вайбца. Ну, не знаю, как-то вот он задушнил, короче, для такого стайлока. Это должно звучать проще. Это должно звучать проще. Он тут вот опять свою какую-то историю. Я в трусах Том Форд, блядь, ну не знаю. То есть музыкальное сопровождение поменялось, Джонни Бой остался плюс-минус в том же ключе, в каком был. Хорошо это или плохо? Кто-то скажет, что это стиль, и Джонни Бой верен себе. Ну не знаю, мне кажется, это какая-то стагнация. Стоит все-таки развиваться. Чекни клип Хаски, невидимка, автоп, записывать стоит любые реакты популярных артистов. Потому что люди часто ищут разные реакты на Ютабе и внутри стрима. Согласен, братик. Согласен, братик. Спасибо огромное. Вот на афротрэпе я бы послушал, кстати, «Нищету и собаки». Вот правильно в чатике написали. Согласен полностью. Что я бы хотел, чтобы вот этот трек, он звучал пожирнее. Во-первых. Во-вторых, чтобы все-таки как-то он чуть... не так плотно, что ли, это делал, да, то есть как-то вот добавил каких-то, может быть, более расслабленных моментов, более каких-то вокальных, может быть, моментов, не знаю, насколько это уместно в афротрэпе, но здесь прям как-то будто это вот избыточно плотно. Давайте еще разок глянем. В общем, по клипу, ну что, нормальный такой с худо клипачок, собрал свой гэнг, потусовались, пофлексили, потанцевали. Вот. Так как будто ничего не скажешь. Хотелось бы отметить, ну, операторская работа довольно-таки обычная. Хотелось бы отметить постпродакшн, да, довольно-таки удачно тут вот примешивали всякие эффектики, переходы. Вот. Ну, нормально, нормально. Не могу сказать, что прям топово. Ну, вот малышка, блондиночка красивая, приветствуем. Еще разок давайте. Все-таки афротрэп, парни. Может, меня тоже сейчас, как в афротрэп, и епишку, бля, заебашу. Надо посмотреть, правильно? Учиться у лучших все-таки. Джонни Бой сказал, что он первый на афротрэпе. Надо вот поучиться. Хотя, по-моему, на Западе афротрэп это уже не ноу-хау. Ну, к нам все с опозданием приходит. Это исторически сложилось. Крутится барабан, 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 барабан. Головам, 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 головам. Крутится барабан, барабан. Вот плоская, плоская картина звучания. Вот хотелось бы бас поглубже, голос Джонни Боя поглубже. Вот как-то вот оно топорненько, блядь, плосковато. Но это, наверное, аудиофильские загоны. Барабан, барабан, барабан. Улипа, головам, 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 головам. В машине сейчас плотный бас. Все сияет ярко, если она рядом, я зову ее попу ас. Ну просто вот слушаем Лил Дракхила сейчас, да, и вот Джонни Боя. Вот в плане эмсинга говорить не буду, но в плане звучания между ними пропасть. Вот вы со мной согласны? Что вот как Лил Дракхил выдерживает, ну, звуковую картину, насколько у него вот именно вот это вот складывается картинка звуковая, насколько она вот такая объемная, широкая, многослойная. Вот настолько Джонни Бой плосковато звучит, короче, да, после него. То есть Лил Дракхил, вот его музло, оно вот глубже в несколько раз. Хотя, наверное, с точки зрения эмсинга, Джонни Бой там, может, даже и потехничнее, погорячее выдает. В машине сейчас плотный бас. Все сияет ярко, если она рядом, я зову ее попу ас. Она не обезьянка, она англичанка, я выжал сейчас полный газ. Tesla Model S, эй, здорово, маск, если где замес, я готов сейчас. Если брат беде, я готов стрелять. Каждый день мы на спорте, каждый третий на боксе, каждый гений в работе, сделал эйсы на корте. Я надел это поло, сделал деньги на гольфе, залетел к своим боссам, и все местные в шоке. Да, я не знал комфорт, сейчас я в трусах комфорт. Может, на другом байбе, да, сейчас тоже может быть такое. Комфорт, свое напрягнал он борт, я не забывал, кто бро, я не забывал врагов, я не забывал врагов, я не забывал врагов. Сейчас ты догнал, кто клоун, сейчас ты догнал, кто брок, Много нам-то не нужно, только банька и суши, всем своим по избушке, чтоб укрыться от тушки. Вот это смешная бар, всем своим по избушке, это, конечно, такая славянофильская история проскочила у Джонни Боя, респект. За дружбу, что ты знаешь за трусость, и в кругу самых лучших мы не меряемся пушкой, но если пес хочет кушать, он не шкерится в будке, Крутится барабан, 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 пулеба головам, 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 головам. Крутится барабан, 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 барабан.
эйпим, эйпим. На руке эйпи, эйпи. Мы вообще не спим, не спим, пока все леймы фейлят. Мы не берем копейки, трек на одном инхейле. Я не в курсах за тейки, первый на афро-трэпе. Беру ее зад и шейкит, 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 шейкит. Если ты криминал, криминал, и мутишь нелегал, нелегал. Выбраться нереал, нереал, никуда не летал, не бывал никогда в тех местах, где желал. Ты не один, пацан, я хотел уйти, пацан. Не видел пути, коза, лось, я позади отстал. Но ща посмотри, кем стал. Я куда не звали, куда не надо. Тупо нет страха, пулап всей бандой. Сменил нотфейс на пуховик Прада. Пули по нам, как пули по танку. Куда не звали, куда не надо. Тупо нет страха, пулап всей бандой. Сменил нотфейс на пуховик Прада. Пули по нам, как пули по танку. Крутится барабан, барабан. Барабан, барабан, барабан. Пули по головам, 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 головам. Крутится барабан, 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 барабан. Кем Джонни сейчас стал? Ну, сверхчеловеком без шансов. Мы опять эйпим, эйпим, на руке эйпи, эйпи. Да мы нет, вообще красавчик, не спим, ладно. Не спим, пока все леймы фейлят. Мы не бей. Звучит, как будто бы хейт-спич. На самом деле, люблю Джонни Боя. Круто он делал на батле, за него болел. Респект Джонни Бою. Красавец, что переехал на Бали. Может, он там вообще дома записывается в Neumann TLM 102, кстати, у него тоже, по-моему, как вот тот, в который я стримлю микрофон. Поэтому, в любом случае, респект, что несмотря на то, что там, да, он уехал и где-то там в сложных ситуациях, все равно находит возможность делать рэп. Красавчик, красавчик. Если не душнить, то красавчик. Просто если сравнивать его с топом прям артистов первой величины, то не дотягивает, к сожалению. Пока что. Но, надеемся, обретет себя. Все, на этом я заканчиваю эту реакцию. Всем респект, всех обнял. Подписывайтесь на канал Рифмобес. Донатьте на альбомы. Все будет четко.